Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на среду, 5 августа. Спонсор прогноза погоды — фирменная сеть «Дороничи» и «Мясной дворик». Корейка, корейка, корейка моя, корейка. Корейка свиная, жар, мясо. Всего за 259 рублей 90 копеек. В фирменной сети «Дороничи» и «Мясной дворик». В среду на территории нашей области снова наступит лето, будет много солнца, днем от 23 до 25 градусов, теплее всего в Вятских Полянах, здесь плюс 26. В Кирове днем в среду будет ясно, воздух прогреется до плюс 26 градусов, ночью ожидается плюс 12, плюс 14, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%. Ветер падает северо-восточный со скоростью до 3 метров в секунду, магнитное поле будет спокойным. К среде световой день уменьшится на 5 минут и продлится 16 часов 14 минут. Луна начинает убывать. И до этого у меня все. Это был прогноз погоды на среду, 5 августа. Пока-пока.